Привет всем! Я на улице в Москве. Сегодня минус 11, и это холодно. Все москвичи надели теплую одежду, шубы, пуховики. Жители Якутии и Чукотки, наверное, в этом месте смеются над нами. Действительно, все познается в сравнении. Я хочу опять рассказать вам о наших учебных программах и сравнить их с другими программами. Часто нас спрашивают, ну а почему именно ваши учебные программы, почему не какие-то другие? У других тоже, наверное, все неплохо. Хочу дать вам 7 отличий, потому что все познается в сравнении. Отличие первое. Другие программы, как правило, существуют на спонсорские деньги, поэтому вынуждены слушать преподавателей, каких надо, спонсорам. А наши программы, они полностью на самоокупаемости, поэтому мы имеем такую привилегию приглашать лучших преподавателей с нашей точки зрения. Во-вторых, другие программы — это, как правило, такая бумажная волокита, когда речь идет о поступлении, масса справок, масса каких-то странных документов. А у нас все просто и понятно. Никаких тебе справок. Мы с вами обмениваемся парой писем, и все. Вы наш студент. В-третьих, в других программах, как правило, есть фиксированная оплата. И она, как правило, очень высока. И вносится сразу за семестр. А у нас нет платы за обучение. У нас пожертвования. И вносятся они ежемесячно, и их никто не контролирует, потому что это пожертвование. Хотя, конечно, у нас есть рекомендованный такой порог пожертвований, ниже которых все это становится просто нерентабельно. Ну, преподаватели начинают за свой счет, получается, преподавать вам и так далее. И все равно даже вот этот рекомендованный порог пожертвований ниже аналогичных обязательных платежей. Четвертое. Для того, чтобы учиться на других богословских программах, всегда нужно куда-то ехать. А у нас все онлайн. В-пятых, даже если вы найдете обучение онлайн, то, скорее всего, вас будут подчивать когда-то записанными лекциями профессора какого-то, может быть, очень даже хорошего и знаменитого. Но это все записано было давно, без учета ваших пожеланий, без учета ваших особенностей. А у нас всегда живые онлайн-лекции. Вы всегда с преподавателем говорите в режиме реального времени. В-шестых, другие учебные программы чаще всего выполняют требования разного рода аккредитационных комиссий. Следовательно, там всегда в учебных планах масса ненужных предметов, которые вам, наверное, никогда в жизни не понадобятся. Лично я всегда страдал от этого, когда получал формальное богословское образование. А у нас все просто. Ничего лишнего, только те предметы, которые вам действительно нужны. Ну и в-седьмых, другие программы либо узкоконфессиональные, либо наоборот, так разнузданно экуменически расплывчаты. А мне кажется, что нам удалось достичь баланса. Наши программы для консервативных христиан, но для христиан разных конфессий. У нас уживаются и православные, и католики, и протестанты, и все друг друга любят. Так что все познается в сравнении.